Что касается экстремизма в интернете и принятых сейчас предпринимаемых законов и выхода в свет новых законов по поводу, так сказать, наказания за экстремизм в интернете, это абсолютно правильно. Потому что интернет — это огромная часть жизни каждого современного человека. И, так сказать, то, что мы там вычитываем порой, действительно вводит просто, так сказать, в шок. И то, что сейчас, на сегодняшний день, так сказать, опять-таки государство обратило внимание на то, что происходит в интернете, и ужесточило, так сказать, различные, так сказать, экстремальные ситуации, штрафы и даже там и уголовное преследование за какие-то, так сказать, выпады именно через интернет экстремизма. Это абсолютно правильно. И чем выше будут эти штрафы, и тем, чем больше уголовная ответственность, сильнее, скажем так, жестче, тем, на мой взгляд, лучше.